Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про події у Грузії. Якщо ви не стежили, не читали, можливо, вчорашні новини, я дуже коротко перекажу, що вчора біля будівлі парламенту в Тбілісі розпочалася безстрокова акція протесту, мітинг опозиції, неурядових організацій, і він спрямований проти законопроекту владної партії «Грузинська мрія». Цей законопроект називається «Про прозорість зовнішнього впливу». І опозиція, опоненти влади, як я вже сказала, громадські організації, вважають, що це такий аналог російського закону про іноземних агентів. І в парламенті Грузії, що називається, там киплять пристрасті. Вчора розглядали цей законопроект, сьогодні будуть розглядати, до бійки доходило. От, власне, як вся ця історія розвивається, куди вона рухається, чим може завершитися для Грузії, для грузинського народу. Про це ми будемо говорити далі. До нашого ефіру вже долучилася Маргарита Ахвледіані, головна редакторка GEM News. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что точка в законопроекте об иноагентах в Грузии, я буду его так сокращенно называть, она не поставлена, и грузинский парламент, и точнее партия «Грузинская мечта» все еще надеется, что они примут этот закон? Знаете, вот еще короче этот закон можно называть российский закон, мы так его и называем. А в грузинском вот это просто звучит русский закон. Мы его иначе просто не называем. Это одно. Во-вторых, боюсь, что тут не партия правящая надеется, что они примут, а мы надеемся, что они не примут. Потому что такая категорическая позиция у правящей партии и вообще у власти в целом, такая категорическая, они разговаривают совершенно иначе, чем это было год назад, когда была первая попытка принять закон. И были протесты, его приняли в первом чтении и отменили ровно год назад. Но сейчас они заявляют, что они не позволят повторить снова. И представители правящей партии с издевательствами говорят в отношении всех лидеров Евросоюза, спикера Госдепартамента. Вот, например, представитель правящей партии в парламенте, он вчера с издевкой и с улыбкой говорил: «Ну что, мой дружок», обращаясь к спикеру Госдепартамента, «кажется, ты чего-то не понял в нашей Грузии». То есть вот такой тональности, совершенно ужасной. И ситуация сейчас крайне опасная и тревожная, потому что они категорически упорствуют и оскорбляют и унижают всевозможно словесно, я уже не говорю о вчерашнем разгоне, и журналистов, и вообще просто людей, которые там стоят, всех разных возрастов, обычных людей. Вчера было около 25 тысяч человек. Поэтому ситуация ужасная. Да, я вчера смотрела там фрагмент заседания грузинского парламента, я обратила внимание, что был даже мордобой, то есть били друг друга депутаты, вот, и я действительно помню, что мы, кажется, даже с вами год назад обсуждали этот российский закон об иноагентах, и тогда я помню, что тоже выходили на акции протеста, и в результате его как-то поставили на стоп. Скажите, пожалуйста, а вот расскажите нам, против кого в первую очередь этот закон направлен? Какие вопросы или какие проблемы благодаря этому закону хочет решить действующая грузинская власть? Ну, у них, скорее всего, то есть задачи, которые они декларируют, и задачи, которые они, вероятно, преследуют, это не одно и то же, как часто это бывает. Декларируют они, что должна быть финансовая прозрачность у тех организаций, прежде всего медиа и неправительственные организации, которые занимаются, вовлечены в политическую жизнь, что должна быть финансовая прозрачность и финансирование. Это они декларируют. Но реально такой необходимости просто нет, потому что все налоговые отчеты очень жестко работают, налоговая служба с нами, вот могу сказать, как редактор издания, то есть по каждой копейке идет очень четкий. У нас постоянные аудиты, постоянный контроль. Все наши отчеты финансовые, которые мы делаем налоговую службу, они в открытом доступе. Даже вы можете зайти и посмотреть все, что, куда, сколько приходит и сколько уходит и на что тратится. То есть реально на самом деле такой необходимости нет.
Так же, как нет и необходимости об текстовом отчете, потому что он отправляется донорам и в любую минуту может быть отдан МИДу или любым другим и опубликован на сайте. Многие организации его уже и публикуют, собственно говоря. То есть это отговорка. Реально этот закон позволит ограничить, опозорить и даже не дать работать тем, кому захотят. То есть независимые медиа прежде всего и другим неправительственным организациям. Они, конечно, будут применять его избирательно, скорее всего. То есть те, кто получают финансирование на то, чтобы работать, например, с больными детьми и аутистами, скорее всего, их никто не будет трогать, им от них потребуют просто зарегистрироваться. Но остальных будут, как сейчас, позорить, что договорились уже до того глава парламентской фракции, что независимая медиа в Грузии на деньги Евросоюза и западных доноров готовит революцию. Вот, например, такое заявление прозвучало на днях в парламенте. То есть это фактически путь, развязанные руки к уничтожению любого того, кто тебе не угоден и кто чем-то с тобой не согласен. А скажите, Маргарита, а как этот видеть, закон... как это работает в других местах? Да. Да, а скажите, как этот закон комментирует или как он коррелируется с европейской перспективой Грузии? Не поступают ли каких предупреждений, может быть, с Брюсселя, что вот, мол, ребята, если вы такой закон примете, значит, вам дорога в Европу будет закрыта или ограничена? И могли бы такие предупреждения испугать грузинскую власть? Мы ожидали, что испугают, но вот испугались мы из-за того, что они не только не напуганы, но они отвечают дерзко, хамски, например, Шарлю Мишелю. Заявления уже несколько раз звучали на разном уровне от Евросоюза таким предупреждением. Но вчерашнее заявление Шарля Мишеля, который президент Евросовета, оно вообще прямым текстом говорит о том, что если этот закон будет принят, то это не только невыполнение тех 9 пунктов, которые Грузия должна до конца года выполнить, чтобы начать процесс вступления, но это дорога в прямо противоположную сторону, и Грузия значительно отдалится от европейской перспективы от того момента, где она сейчас. А надо сказать, что то место, где мы сейчас находимся на этом пути, оно тоже крайне шаткое. Мы получили статус кандидата, наверное, только благодаря народу, благодаря медиа, благодаря нам всем, которые яростно пытаются изменить страну и протащить реформы, заставить власти их проводить. Только благодаря этому, даже это было с трудом получено. Но те условия, 9 условий, предъявленные Грузии, чтобы можно было начать процесс вступления, который начинает Украина, из этих условий, вот последний отчет, который делал Евросовет, это 7 не выполнены, вообще даже не начинали выполнять, а 2 выполнены на 4%. То есть мы и так находимся в крайне неудобной, шаткой позиции, на одном пальчике одной ноги балансируем. Но сейчас нас предупредили, что, вероятно, статус будет снят, как бы его отнимут, и думать о европейской перспективе нам не придется. И что? Реакция – смех. Вы представляете? Реакция власти – смех. Ну, наверное, победу может праздновать Кремль. Боюсь, что да. Боюсь, что да. Просто, знаете, вот слово «празднуют» я все-таки бы не сказала, потому что мы тут еще все еще живы, и нас много, и сегодня будет гораздо больше. И это будет драка. Это будет очень большая драка. Мы не уступим. Они должны придушить нас всех. Мы не уступим. Нас много. Поэтому говорить о праздновании победы я бы не сговорила пока что. А как вы думаете, а вот вы, я поняла, что вы между собой там в Грузии называете этот закон российским. Вот буквально спрошу, считаете ли вы, что действующая грузинская власть вот выполняет или принимает этот закон по указанию из Кремля, или не надо никаких указаний, сами додумались? Мне кажется, что дело не в указаниях. Указания наверняка тоже есть, но я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что проблема... Знаете, вот мое мнение
как бы в Грузии просто нет людей, которые хотели бы быть с Россией или бы как-то мечтали быть, получить какие-то их дивиденды, прежде чем европейские, включая правительство, включая нашего главного олигарха Бедину Иванишвили. Нету таких людей. В основном презирают Россию, и никто не хочет с ней никаких иметь дел. Но проблема в том, что гораздо больше, чем кого, кто хотел бы, с кем хотела бы быть наши власти или с кем бы не хотели, гораздо больше они хотят быть на тех позициях, на которых они есть. Они очень хотят сохранить свои места, свои крепкие места в руководстве страны. И это единственный мотив, которым они руководствуются, по моему мнению. И поскольку при продвижении, чем дальше идет Грузия в Европу, тем меньше возможностей для коррумпированных или каких-то, в общем, несерьезных людей оставаться во власти, вообще долго оставаться во власти, или всегда. Для них все меньше и меньше такой возможности. А вот если быть партнерами с Россией, то такая возможность, как мы с вами понимаем, будет существовать вечно. И это, на мой взгляд, это единственная мотивация, которая стоит за этими бессовестными людьми. Страна, или же там будет это Россия, да пусть это будет хоть инопланетное государство, если оно позволит им сидеть на своих местах и продолжать качать деньги и лидировать в стране, то они будут поддерживать эту страну. Это мое мнение. Потому что поддержки России я вот в закрытых, в кулуарных разговорах, встречах каких-то, ну, в основном люди с презрением говорят, в том числе представители власти России. Да, вот представители власти, там даже они, вы говорите, говорят с презрением, но все-таки, видите, методы, они не отказываются от российских методов и считают возможным там принять такой же закон, как приняли в России, который закрывает Грузии там какие-то европейские перспективы. Маргарита, а расскажите немножко, как происходят вот эти протесты. Ну, то, что я видела вчера, был протест возле грузинского парламента, потом протестующих вытесняли, по-моему, в ход шел и газ, и, по-моему, были и побитые люди, и раненые. Как много таких, и вот какое настроение у протестующих? Как долго они готовы стоять? Настроение боевое пока что. Сегодня, я думаю, очень рассердились. Те, кто вчера просто следовали за этим и за событиями глядя, читая и смотря в Фейсбуке, и поленились выйти или не могли. Сегодня, я думаю, выйдут больше. Настроение яростное и боевое. А вчера проходила акция, правда, началась вообще с утра. Вчера, когда началось рассмотрение на пленарной сессии, когда открылась, тогда же собрались люди. В основном больше пришли вечером. И, вы знаете, все проходило более или менее мирно, вот где-то до 12 ночи или до часу ночи. То есть, ну, достаточно мирно. То есть, да, и огромный кордон, такой кордона просто мы не видали. Наверное, 8 слоев стоят, стоит спецназ. Но они, было чувство такое, мы даже говорили между собой, что им дан указ максимально никого не трогать, максимально избежать каких-то последствий. Но после, вот ночью, то ли, ну, сложно сказать почему, но вдруг началось, уже было гораздо меньше людей осталось, все разошлись, чтобы продолжить сегодня, и началось преследование, за людьми гнали, спинали их, и применяли перцовые баллончики и воду. И арестованы до 14 человек, потому что кого-то выпустили, кого-то наоборот опять еще раз взяли. Около 14 человек сейчас под арестом, пострадавших вот насчитали 22 мои коллеги, из них четверо журналистов. И вот на кадры попало на видео канал, телеканала, как журналиста бьют по щекам, пытаясь отобрать у него телефон, которым он снимает. Он не отдает, а спецназовец бьет его по щекам и потом по голове. Вот, например, такой кадр. То есть ранение ей оскорбляет. Да, там слышно, как он оскорбляет его и там, называет всякими цензурными словами. И Ранение. То есть царапины, разбитые колени, у кого-то лоб разбит, потому что сбили с ног и толкнули. Ну, к счастью, пока никаких серьезных ранений нет. Но вот таких пострадавших, кто отравился сильно, или ожог получил от перца на лице, или разбил ноги,
или там один ухо сильно повредил. Таких вот больше 20-24 насчитали мои коллеги. Я также видела, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обращалась к своим европейским коллегам, обращалась к Шарлю Мишелю, просила осудить действия грузинского парламента, ну, грузинской власти. Да. Скажите, пожалуйста, а что в данном случае может еще сделать президент? Я так понимаю, что она против этого закона, но так как ее пост достаточно номинальный в Грузии, Грузия парламентская республика, что она может сделать, может ли она ветировать этот закон, если его все-таки примут? Да, может. Она уже сказала, что если его примут, она наложит на него вето. Беда в том, что они теоретически могут и преодолеть это вето. То есть зависит от того, как там вот по серии обсуждений, заседаний и голосований, то есть теоретически они могут его преодолеть, поскольку это не конституционный закон. И вот мы этого боимся. Что она наложит вето через 3 минуты после того, как они его примут, в этом сомнений нет, и она об этом уже сказала. Больше, к сожалению, я думаю, ни она, ни западные структуры сделать ничего не могут. Она обратилась вчера вечером, она обратилась к президенту Евросовета и к Макрону, президенту Франции, с тем, чтобы на ближайшей сессии, то ли сегодня, то ли завтра сессии Евросовета, чтобы вопрос Грузии был рассмотрен и было принято какое-то заявление. Ну, понимаете, заявление было столько сделано, и такие позорные, хамские ответы были даны от представителей правящей партии, что, видимо, вряд ли это что-то сильно изменит. Я опасаюсь каких-то вот, что взбешенные люди от отчаяния могут пойти на штурм парламента, могут начаться какие-то серьезные процессы, потому что если доведут до отчаяния нас, если нас будут тащить на веревке в сторону России, то, наверное, многие пойдут на крайние меры. Маргарита, спасибо большое. Маргарита Ахладіані, головна редакторка GM News. Ми говорили про події в Грузії, де цими днями грузинський парламент намагається ухвалити законопроект, який в народі називають, в грузинському суспільстві називають російським. Насправді це така калька чи, можливо, аналог російського закону про іноземних агентів. І ми бачимо, що на тлі цього в Грузії почалися протести. Будемо стежити за ситуацією і в Грузії також. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.